Дорога в школу. Благотворительная акция прошла в детской деревне семейного типа. В ней воспитываются 39 ребят, 9 из которых уже выпускаются в этом году. В гостях у воспитанников побывали госслужащие. Первоклашкам вручили фотоальбомы, ранцы и другие канцелярские принадлежности. Шанель Бесенбаева с подробностями. Рома и Вероника Морозовы – родные брат и сестра. Про таких говорят, не разлей вода. Вместе играют, вместе занимаются спортом. Роме 13 лет. Как старший брат, контролирует свою сестренку. И в обиду уж точно не даст. 12-летняя Вероника, в свою очередь, помощница. Любит заниматься домашними делами. В детской деревне мы поливаем цветы, ухаживаем за ними. Здесь хорошо, уютно, тепло. Мы здесь, у нас здесь были праздники, мы здесь... Мы здесь проводили день рождения. В детской деревне сейчас воспитываются более 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 18 лет. Летние каникулы ребята провели очень ярко и интересно. В летнее время наши дети отдыхали в летнем оздоровительном лагере в Боровом. И часть детей отдыхала в лагере при Соколовской коррекционной школе. Сегодня в гостях у ребят побывали сотрудники агентства государственной службы. Накануне нового учебного года они подарили ребятам ранцы и канцелярские принадлежности. Представители департамента уже не первый год сотрудничают с детским учреждением. В свое время сотрудниками департамента была отремонтирована и окрашена детская площадка, приобретены и высажены ели. Сотрудники департамента не остались в стороне и от республиканской акции «Дорога в школу». Порадовали и мороженым. Сладкое лакомство деткам пришлось по душе, как и другие полезные презенты. Жанель Бесенбаева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.